Правоохранители задержали в ресторане в Москве мужчину, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Аслана Усоина. Подозреваемый 36-летний уроженец Азербайджана Хаджибаба Талыпханлы. Сотрудники московского уголовного розыска задержали его в ресторане «Белый дом» в самом центре Москвы, сообщает портал PrimeCrime. Преступник был правой рукой другого вора в законе, известного под именем Равшан Линкаранский. Криминальный авторитет Аслан Усоян, известный как Дед Хасан, считался одним из самых влиятельных воров в законе. Он был застрелен в Москве в 2013 году. Киллер подкараулил его на выходе из ресторана «Старый Фаэтон» на Поварской улице в центре Москвы и убил выстрелом в шею.